Друзья, слушайте, детский секонд – это огромная находка не только для нас, но и для родителей. И сегодня я взяла с собой Машу, свою тёстку. Да! Мы будем вместе снимать и показывать вам, что здесь вообще можно найти, да, Маш? Погнали! Здесь как два зала. Вот это все, это сток, это совершенно новые вещи. А вот это идет секонд. Очень много одежды для самых маленьких. Бодики, слипики, всякие комбинезончики, юбочки, шортики. Цены стартуют от 3 рублей. Раз, два, три. Маша, выходи. Да, ой, какая красота. Тебе нравится? Да. Сколько денег, запомнила? 24 рубля. Ой, класс, покрутись, пингвиненок. Супер, супер, супер. Ой, класс. Что скажешь? Нашли мне такое платьице красиво и джинсовку, как в приговоре модном. Вообще. Ой, очень хорошо. И как тебе платье? Круто. Такая сумочка красивая. Забираем. Иди долго по дорожке, то потихоньку и бежать. Очень много одежды для деток от 0 до 16 лет. Такую кофточку прикольную, необычную. Стоит 18 рублей. Можно купить, ходить в центр города, либо в кафешке. Очень красивая кофта с такими рукавами. Такая модная. Класс. Мои слова водятся, так не годится. А для нашей зимы здесь есть особенный наряд. Не пальто, не шуба, а дождевик. Просто хочется добрый кунчик, просто хочется добрый кунчик. Виды магазин маленький, посмотрите, сколько мы луков набрали. Такой весенний наряд красивый, вы только посмотрите. Буду, здрасте. Если вас мучает бессонница и вы не можете заснуть, ляжьте в этой пижамке поспать, и вы сразу заснете. А магазин находится на аэродромной 3. И для вас еще сюрприз! Всем по кодовому слову сливки скидка 20%. Все, Маша передает привет. Маша ушла отсюда с кофточкой. Кто-нибудь угадает, какой? Ура!